Коллекция белорусской обуви – это в первую очередь большой ассортимент мужских и женских моделей. Эта обувь, как говорят продавцы, повседневная, подойдет каждому. Особый акцент – на подъем и полноту ноги. Выставка-ярмарка расположилась в гостиничном комплексе «Лович», и это ее традиционный штаб. Рязанцы приходят сюда уже по привычке. Ну вот куртку и туфли. Все понравилось. Обслуживали очень хорошие. Тут все приемлемое, все нормально. Вот, особенно для нашего возраста, мне кажется, все очень хорошо. И демисезон, и что-то из зимнего на будущий сезон. Цены растут, сами знаете. Обязательно куплю, все уже износилось. На ярмарке представлены самые известные бренды белорусской обуви. Все модели с удобной колодкой, плавающей высотой каблука и, конечно, с надежной застежкой. Это подтверждают и те, кто уже покупал белорусскую обувь раньше. Я покупаю обувь. Обувь очень хорошая, обслуживание очень хорошее. Мне очень понравилось. Второй раз уже покупаю. А в тот раз что покупали? Вот, на мне зимние сапоги покупала, тоже очень хорошие. Я уже 2 года ношу и довольна. Обувь хорошая, качественная. У нас очень большой подъем и ширина большая. Придем обязательно. Хорошая обувь, мы довольны. Ну, легкая, чтобы была обувь, мягкая, чтобы был комфорт на ноге. Так. А вот эти рязанцы на выставке в первый раз. Индивидуальный подход продавцов их сразу же расположил. Выбрала ботиночки, чтобы можно было ходить без отдыха, не сидеть, а бегать. Покупаю первый раз, просто приходила как на экскурсию. Белорусская обувь удобная. Я покупала в других магазинах, мне очень нравится. Вот. Ну и сегодня вот я выбрала себе ботиночки, чтобы можно было ходить. Обслуживание очень хорошее, очень хорошее. Я довольна. И принесут и такую обувь, такую померите. Ну, я, можно сказать, с первого раза довольна, прям померила, и мне очень все хорошо подошло. Также на выставке можно найти и весенние куртки. Среди широкого ассортимента верхней одежды, курток, ветровок и плащей нужную вещь помогут выбрать консультанты. Выставка-продажа работает включительно до воскресенья 10 апреля на первом этаже гостиницы «Лович». Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».